важное правительственное сообщение. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Москва, 8 мая 1945 года. Великая Отечественная война победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Весна 45 года, как ждал тебя синий Дунай. Народам Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старой израненной битвах гармонь вальс русский играл на солдат. Помнит Вена, помнят алипы Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. И приемцы в русском вальсе года. Помнит сердце, не забудет никогда. Как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах.
слезами на глазах. День победы, день победы, день победы, это день победы. Порохом на вас, это праздник, с сединою на висках, это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. С Днем Победы! Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которые забивать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья, всем миром, всем народам, всей землей. Поклонимся, славы великим! С Днем Победы! Ура! Дорогие друзья, мы благодарим каждого, кто сегодня в этот вечер был вместе с нами. Мы желаем вам здоровья, мы желаем мира каждому дому и каждой семье. И, конечно же, до новых счастливых встреч. Берегите себя. Счастливо!